Ну что, народ? Морозы, солнце, день чудесный. У нас сегодня дождь, солнце, ветер, и мы гуляем по Кракову. Уже побывали наверху чудесного Мариатского костела. И очень рекомендуем. И сейчас идем показывать вам суконные ряды, что там есть, что там за сувениры, что вообще происходит. Чудесный фонтанчик, лошадочки стоят. Красота. Ох, сегодня такой день. Лето, июль месяц. В шапке, в куртке, в двух свитерах. Потому что плюс 13. И очень холодно. Ну, Наташа распахнулась уже, потому что мы сбирались на Мариатский костер. И было так, ну, скажем, все тренировки в зале пошли нам на пользу. Приятно. Украина, Польша, Евросоюз, супер. Тут уже, наверное, начинаются ряды. А вот там, где мы были, там играет трубач. Точно по плану. Ну и песня его прерывается на половине, потому что стрела вылетела и попала в горло. Но трубач, ну песня, как бы песня трубача он играет. Но трубач предупредил город и спас его. О, красиво как! Ну, приглашаем сегодня прогуляться по суконным рядам. Вот такой рынок. Говорят, что здесь цены завышены, можно торговаться. Но прикольно, когда ты купил магнит, да, пусть даже немножечко дороже, именно на суконном рынке, в суконных рядах. Вот дракон вавельский, какой крупный прям, красавчик. И, конечно, такого дракошку в сувенир привезти классно. Интересно, сколько такой стоит? Сколько? 299. Уже мне казалось 294. А тот, сколько она сказала? А тот? 25. Зелененький стоил наверху на рынке. А магниты давай посмотрим. По 5. Там тоже 5 был. Такое чучелка интересное. Что бы оно означало? Вот по 10 прикольные дракончики. Нет, это дракончики. Нет, вот тут. Что-то он дергался только что. Ну еще раз. Спасибо. Тоже по 5. Только мне вот этот нравится магнит. Вообще класс. Просто. О, такой маленький есть, смотрите. Малюпуточка, то. А малюпуточки почем? То, ну, не знаю. Мне вот мне это вообще прям нравится. 5. Я хочу его, все. Магнитик мне напоминает, как мы взбирались на Мариатский костел. Очень классно. Наташа, вот этот. 5 вообще супер. Он того стоит. А ты себе какой выберешь? Я просто хотела купить магнитики именно в этих рядах. Дракончик, и очень много людей гуляет. Ну ладно, сейчас купим что-нибудь и продолжим дальше. Ну, этот мне просто нравится. Он такой милый, ну посмотрите, класс. Наташа выберет себе магнитик, наверное. А? Ну, подожди, дай мне его. Прикольный. Вот смотри. Ну, длинные еще красивые, да? Ну, не евро, которые Краков. По 15, там были по 10. Мне просто этот сразу понравился. И у меня ноги трусятся, потому что мы взбирались только что. Было круто. Так, еще дракончики есть. Наташа себе магнитик не выбрала, но я себе купила этот за 5. И тут прикольные такие из янтаря изделия. Я цену вижу, но я не понимаю, честно. 60, что ли, или что там? 75-60. Вот такие вот фигурки. Он наборчик или сколько? 110 сердечки. Кулончик, наверное, и сережки. Наборчик с сердечками 110. Кулончики вот 120 есть. 70 есть, смотри. Пчелки красивые, 175. 70 стоит. Пчелки 165. Это солнышки 85. А вот такие, смотрите, просто вертеть нужно. Есть за 20 сережки, да? Есть, ну вот, смотри, вот это 20, это 25, а это 35, а это 40. А-га. Вот, то есть тут все вертишь и прикольно смотришь. Красиво очень. Янтарь. Так что янтарь прям найти ухода. Вот тут янтарь с серебром. Очень красивое изделие. Серебро 925. Боже, глаза разбегаются. Даже разбегаются.
разбегаются глаза, у меня ноги трусятся, и у нее тоже. Ну, конечно, восхождение, 10 минут в Марианский костел наверх, это было очень круто. Наташа уже какой-то браслет сегодня понравился, но он что-то дороговато стоил. Ну, тоже в каком-то сувенирном магазине в центре, понятное дело, что в центре все дороже. Что-то интересное? Ну, зараз дивлюсь просто. А, вот здесь серебро с другими камешками тоже. Есть 80, есть 90, есть 60, есть 55. И 25 есть. Да, 25 есть. То есть на вкус и кошелек отлично. Все будет. Так, ну продолжаем дальше. Походим. Так, здесь мы купили уже. Дракошки симпатичные. А вот по 10. Вот, уже отошли, видите, по 10 магнитики большие, красивые. Вот, по 7, смотри, уж по 10 длинные есть. Наперсточки. Еще может красивую чашечку еще купить. И маленького вавельского дракончика. А куда дракончик? Угу. Снова изделия из янтаря. Очень красивые. Что? Брелки по 15 злотых вообще нормально. Смотри, красивые какие. О, вот браслетики. Сколько браслетик? 142, 143. Да. Ну, это красивый самый первый такой. 300. 12. Слушай, как выглядит, как стекляшка. Прозрачный, да? Красивый. На чего? Самом деле, а на самом деле нет, это... А вон еще браслеты рядом. Дяди ты. Да вот, смотри, переходи в другой киоск. Нет, ну это же это... Это же камень, это аметист там. Это уже камни. Понятно. А это почем? Я не вижу. 75. Mm-hmm. 75 розовые и дальше. Всякие фенечки есть. А, это продавщица. Угу. Шикарно просто здесь прогуливаться. И если ливень, можно всегда пойти на шопинг в Краковскую галерею. Классный мол, уже были там. Или сюда, в суконные ряды. Класс. Торговаться можно. Это по 5. Красивый, кстати. Наташ, смотри, какой магнит красивый. Не? Да, тут с лошадкой. Типа древний. Вот за 10 такой же есть. Да, что-то, повторюсь, ногами у нас тяжеловато после подъема. Люди так запыхались, мы так с собой возгордились. Даже мы прям влетели. Там люди запыхивались. А сейчас чувствуем, что... Ага. Вот открывачечки, всякие шары. Кепочки по 60, сувенирные с Краковым. И снова янтарь. Смотрите, мы читали, что в Польше много янтаря. Но действительно же, посмотрите, его много. Я не думала, что так много. Честно, я думала, в суконных рядах магнитики, да, всякие дракончики. О, сборная Польши. Класс. Флаг. Ой, флаг. Фанатский шарф. Собирала я когда-то такие, но у меня уже большая коллекция, и я ее пораздавала просто. Хотела сказать, что одно и то же. Нет, магнитики какие-то разные, всегда можно найти что-то разное. Дракончики тоже такие, ну, и цвет разный бывает, и покрой, пошив разный. О, чашечки красивые какие. 20 злотых, красивая чашечка. Вот брелочки, как и говорила, разные. Вот таких я не видела еще. Краков, 12, хотел сказать, дирхам, 12 злотых. Очень красивые сумочки. Ты прям вообще, я не знаю, даже красивые вышитые, 30 злотых. А вот, я не знаю, знаете, сначала подумала, что это мышка, это дракон. Это дракончик такой, как шкурка от дракона на самом деле, да? На самом деле мягкая, конечно, это не шкурка дракона, это рюкзачок. Но вот выглядит как-то, ну, страшновато, честно. По-моему, это отпугивать. Отпугивать детей. Так, надо Наташу не терять. Наташа в янтаре. Наташа застряла, что-то заинтересовала. Я хочу посмотреть поближе. Сережки? Показать поближе.
А це теж бурштин? Це бурштин. Бурштин от янтарь. Да. Це те, а я не бачила зеленого бурштина. Покажи, де зелений. А вот, вот, бачиш? Вот. З малахітом структурою, з коралем. Натомість власне стає. Я ніколи не бачила. Ну, я не дуже цікаво. Да, смотрите. Зелені вкраплення є. Интересно. Ты. Это ж сережки заинтересовали. А ну, покажи ближе, какие есть просто. А ну цены какие, вот 60 злотых. Да? Ой, что ты вообще не, ничего, что я сережки не показываю. 60 злотых. Вот эти вот, да, были? 60 да, 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 да. Дальше. 50, 70, 60, 65, ну как на сувенир, 55, классно. Я думаю, нормально, да, красиво. Давайте с вами посмотрим, конечно же, вот за 125, красивое кольцо какое, смотри, Наташа, за 125 кольцо вот это вот. А, ну, у меня разные такой варианты просто, янтаря, браслетики. Ну, все есть. Мне вот эти нравятся. Вот эти такие. И сколько они стоят? Наверное, вот это 60. 60. Ну, а знаешь, какой-то... Во, вот эти мне понравились. Вот уже вот еще. Поторговаться еще можно эти. А я не знаю, 65. 65. Угу. Видишь, они по граммам. Я не знаю, наверное, не торгуются. Ну, це треба міряти, якщо що. А, мені казалось, вони торгуються, там вообще суконні ряди. Тут просто треба торгуватися. А, в серебре, это же Наташа смотрела, девочка говорит, да, это серебро. Люди покупают, улыбаются, ну, классно, классно, здорово. А, шапочка, кстати, за 50 злотых тепленькая есть. Что Наташа взяла еще? Маленькие. А маленькие почем? Сколько стоит? Маленькие по 34, ну, вообще, масюсечка маленькая, не, ну. А можешь повернуть в камере? В камере. Ну, 34 слева вверху. Ну, не знаю, ну, вот такие вот прикольные, вот такие, чтобы видно было, что янтарь, ну, да, знаешь. Да. Ну, как опять-таки, нравится вещь дорогому человеку, сувенир берите, конечно. 65. Угу. Добре, давай еще подумаем. Ну, вот такие сережки уже нравятся, да, прикольные. А колечко? Тоже как зеленый янтарь, 95. А, да, стой, еще чуть-чуть, вот так вот, замри. Я надеюсь, что я показала, но честно, так вот, давай на пальце. А цвет идет такой, ну, вроде да, так хорошо. Симпатичная, да, ты знаешь, классная. Это здесь зеленый янтарь, очень интересная. Много вкраплений, наверное, это что-то значит, что в нем не должно быть столько вкраплений, но, знаешь, как красиво, интересно. Слушай, ну застряли, потому что все интересно. Да. Сейчас я вам покажу еще. А, ну не такой большой, как бы, честно, я думала, там где-то пару километров. Не, вот выход уже скоро. Ну как скоро? Ну вот, выход вон уже видно. Ну нормально, в принципе. А это одна сторона, с той стороны? Я не знаю. Сейчас ты посчитаешь, сколько оно стоит примерно, да? Интересно, вот это вот за 95 кольцо, да, или за 65 тебе сережки понравились? Да. Наташа, мы примерно высчитываем, опять-таки, если что, я уже... 480 гривен. 480 гривен, а в долларах сколько? 14 долларов. Ну, это вообще, как бы, мне кажется, как сувенир ни о чем. Это очень классная цена. Гарно. Перешли в другой киоск. Оно все вместе. Ну, видишь, как красиво на пяльцах. Как красиво. Сделано. 30 стоит любой набор, и тут видно, что он такой вот... Какой-то такой красивый, темный и светлый, и зеленый. Вот чайка, прям. Любые сережки здесь стоят 30. А смотри, то есть можете выбирать, не ошибетесь. Не ошибетесь. 220. Угу. Стрекоза слева, смотрите. Брошь. А вот такие вот стоят 50 и 60 сережки. Возможно. Добрый день. Возможно, у меня руки трусятся. Прошу прощения. Ну, вообще, скрипочки, да, скрипки из янтаря, ну, это просто сундучок из янтаря. Слушайте, я же говорю, я повторюсь, я читала, что в Польше много янтаря, но что его так много, пианинка, труба, а на трубачек. Просто не ожидала, что так красиво. Ты что, не помнишь, когда в Абу-Даби мы были, какой подарок от Украины, вот такой кусок красивый янтаря. Это было в видео. Посмотрите, когда Альватан, да. Какой там бушин президенту лежит. Подарили. Смотри, какие мне чашечки понравились, уже говорю, 20 дирхам.
красивая. Ну, хотелось бы дешевле, что. И вот такие вот за 30, смотри, Наташ. Вот это вот, что за чудовище такое, не понимаю. Что оно такое популярное? Нет. Куда это выйдет? А, вы эти вот сумочки просто. Дракончик просто яркий, реально. Красота. Сколько он стоит тут? Может, как бы цены написаны, чтобы лишний раз продавца не дергать? Блин, не написано. Ничего не писать. Вот черный с зеленым симпатичным. Ничего цены не писать. Сколько вот такой симпатяшка стоит? А кто тут? Ну, блин, ну как-то, ну, заглядывает, ну, неудобно. А сколько дракон стоит? Сколько дракон? 22? 22. Ну, 22 это дешевле, то есть. Там было 25, там 28. Уже от входа немножко цена меняется. Ну, это симпатичный. Мне нравится. Это ж не Китай. А что, это Польша? Это Польша она будет робить, да, тут нема. Да, Краков. А ну, да. Подожди. Я еще и удивилась, что они молодцы делают, ничего этого... Да, это Польша. Фуфла китайского не покупают. Класс, слушай. Тикачушки всякие. О, это магнит почем такой? Ну, слушайте, большой классный магнит. Ну, сколько он стоит? Нету цены. Бесценен. А магнит сколько такой? 8. А? 8. 8? 3 за 8 вообще нормально. 19, а вот 19, необычные, да? Магниты, кстати, да, вот я говорила. Не в каждом киоске повторяется все. Вот такие классные. 19 стоит, да? Вот это красивые магниты. Дракошка с ножками, девочка с ножками. Ну, тоже интересно. 15. Ну, снова много-много янтаря. Вот, уже одежды пошли национальные. Шкатулочки, сундучки, 70. Эти 65. Мне этот цвет нравится, зеленый. Красотень какая. Это синий. Мне он какой-то бирюзовый, мне кажется, синий. Ну... Вот. Нет, это фиолетовый, вон синий. А, вон это зеленый, оттенок, да. Синий. Это 6, по 60 и вот по 40. Вообще красота. Красивая, красивая. Снова магниты разные, смотрите. Магниты не повторяются. С Дедом Морозом еще есть, прикольно. Июнь месяц. Ой, новогодние игрушки. Наташ, смотри. Какой тебе нравится? Это магнит? Да, слушайте, магниты очень красивые. Ух ты, по 8? Вообще. Вот они, смотрите. Вот это хороший магнит. Это вот реально вот такой необычный. Да, давай возьмем, может, еще на подарок несколько. Смотри, я хочу обратить внимание. Новогодние игрушки. Ну так, прикольно вообще. Ну, красивый. И тоже made in full. Handmade, made in Poland. Не просто так. А вот скрипочки, да? Так, только тут цен нету. Цен нету, но красивые. Давай. Толик, я хотел сказать, как классно, что разрешают снимать. Женщина с новогодними игрушками сказала, не снимайте. Что кто-то скопирует узор и слепит такую же игрушку? Странно. А кому она нужна? Не говори. Магнитик купили. Красивый. Зелененький, даже два. Все покажем, надеюсь, видео сделаем, почем Краков для народа. Так что все покажем. Ну, вот улыбается человек, приятно. Что там, это же реклама, в принципе. Я понимаю, что там видео тебя спалили с любовницей, или тебя спалили в Кракове, когда ты сказал на работе, что ты болеешь, это я понимаю. А вот не показывайте, не понимаю такого. Ну ладно, не будем осуждать. Будем дальше наслаждаться. Ну, такие шкатулочки красивые. Не знаю, почем даже. Это для украшений шкатулочки? Смотри, Наташа. Говорят, не открывай. Написано «Do not open». Ладно, не будем открывать. Не нервировать людей. Мне дракончики нравятся. Ну, не знаю, просто класс. Ой, 50. Симпатюшка такая. Класс. Он побольше висят. Побольше, даже красивше. Ай, красота. 38, здесь цены висят 28. Странно, там у 22 было. Эти 28. Мне там черный понравился с зелеными вкраплениями. А это кто? Осьминожки. Сказать медузки, но это осьминожки.
Ну вот, смотрите, практически мы и подошли к концу. Мы еще немножечко покажем. Футболки даже есть. Расписные всякие Кельвин Кляйн, Краков, магниты. Каждый раз разные. Каждый раз разные. Чтобы выбрать магнит, нужно просто походить. Ой, симпатичный Краков. А, класс. За 70 дирхам. Вот за 70 симпатичные. Вот просто уже дракон лежит на овечке. Уже просто они устали, легли отдохнуть. Это чудовище мне непонятное, где постоянно оно продается. Что вы на такое? Пишите в комментариях. О, маленький бабельский дракончик. Смотри. Красивый вот такой. Вот сколько он такой стоит? Вот сколько такой? 20. Неплохо. Но мне кажется, что он очень такой, очень большой у него такой. Пьедестал. Вот, да, пьедестал. И стоять будет а неудобно. Вот на машинке на какой-то. На машинке дракончик едет. А вот Мариатский костел, где мы были. Такие воспоминания хорошие. Класс. Знаете, гулять здесь одно удовольствие. А еще наладилась погода. Я уже вижу солнце. Сколько мы уже сегодня? Раза три попали в бурный дождь. Высохли. Попали в ветер, в солнце. Раздевались, одевались. В общем, было прикольно. Друзья мои, дошли мы до конца. Наташу я потеряла где-то в январе. Если что-то купим, покажем. Сделаем обзорочку. И вот смотрите, суконные ряды. Какая красота. Краков. Снова солнечная погода. Спасибо за прогулочку с нами. Подписывайтесь, ставьте лайки. Нам будет приятно. Всем добра.